В связи с новыми коронавирусными ограничениями фестиваль исторической реконструкции «Гандвик» перенесен на неопределенный срок. Организаторы очень надеялись, что фестиваль состоится. Были подготовлены планы и программы мероприятий. Сам фестиваль должен был пройти с учетом всех мер безопасности. Однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Мурманской области с 22 июня все массовые мероприятия, в том числе и на открытом воздухе, были отменены. По словам команды фестиваля, они не вправе рисковать здоровьем участников и гостей Гандвика, а поэтому решили приостановить подготовку на неопределенный срок.